Что делать, если ваша дочь... Что делать, если ваша дочь принесла домой уран? Что делать, если твоя дочь принесла домой уран? Что? Сделать из урана суп, бежать, сдать дочку в детдом. Что такое уран? Бежать? Окей. Ты собираешься кататься на велосипеде в этом? Ну, просто я англичан. А, ну это игра о чуваке в пикапере, типа. Начать трогать себя, чтобы завести... Замечательно. Назовите вашего персонажа. Витя, Галя, Димон. Ну, давай. Подъем! Да-да-да. Димон! Давай, включай дальше. Так, нужно найти кассету, что ли? Давай с этого. Да. Так, нужно найти кассету, что ли? Это... Ебать, ты что делаешь? Нужно найти кассету, что ли? Это... Ебать, ты что делаешь? Даже мне больно было чуть-чуть. Ебать, что там было сейчас? Не бе... It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Я понял. Спокойно. Опять какая-то дрочь странная. Это что еще было? Ты ж ёпта, аттракционы какие, смотри. Ой, там кто-то стоит. Тихо! Ой, меня ударило, по-моему. А, игра зависла. Я так знал, что бабушка. Да. Нахуй, ёбаная программа. Подойдите к зеркалу и с 12 разными интонациями скажите: я красивая и умная. Я красивая и умная. Я красивая и умная. Я красивая и умная. Я красивая и умная, блять. Я красивая и умная. Я такая красивая и умная, что просто обосраться. Я красивая и умная. 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 Мое положение в классе. Я блатной, крутой. Я, блядь, вообще четкий чувак в классе. Меня все знают. Блядь, это показатель. Есть люди, которые тебя не знают. Если тебя в классе все знают, значит ты просто как бы, ну, тебя замечают временами. Это что такое? Я вообще не понимаю, как может быть человек в классе, которого не знают, не замечают и не знают, что, как его зовут или еще что-нибудь. Ну, он либо мало пробовал в классе, либо учеба была типа как по американской системе. Ну да. У них же там классы, это, занятия не по классам, а по предметам. Uh-huh. И всегда этот, на разных предметах разные люди могут быть. Дроны какие-то. Это дрон Почты России полетел? Ага. Ой, таря, тузари, да та. А, прикольно. Я помню Heavy Rain, вот эти вот действия. Помню вот эти вот неуместные с голым мужиком-то. У меня нет контроллера движений, как я буду вам его дрыгать. О! Давай, начищай. Дайте мне другое занятие для этого дела. Я вам покажу, как это правильно делается. Просто так случилось. А ты тут откуда взялся? Я десантировался. В смысле? Ты что тут делаешь? Ты шалопень, бля. У меня такая же, как Адетта. Да? Моя бабёшка. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Я не хочу за него играть. Что это такое? Нужно 4 инстаграма? Ой, блядь, какой я. 4 пентаграмма найти. 4 инстаграмма. Ну да, наша новая бедрячка. Ебать же оговорочка. Ага. Мы что-то не знаем о инстаграме. Бедрятническая, блядь. Но все, чего я жду. Нормально. Are you sure about that? Ебать, в корыто, вот это поворот! Так, это не та мать, это мать Сиплова. В смысле, они? Да, как так? Вы чё, ебать? В смысле? Да ладно, он брат, что ли, её? Ёбаный, о, блядь! Вы чё, ебанулись? Это Райан.
твой сводный брат. Так они чуть не потрахались в прошлой серии, какой, блядь, сводный брат? Ну, сводный и сводный, ничего страшного. Хотя, стоп, там же один родственник одинаковый. Осуждаю. Хотя это их дело. Кто мы такие, чтобы им указывать? Мало что предохранялись, да. Так какая разница, это их дело? Это дичь. Ну. Где там, в Америке с кузинами мутить, типа, норма? Брат, вы чё ебанулись? Они же там переверились почти в прошлой серии, ну. Там, блядь, чуть не педофилия, теперь уже охуеть экстрессы, блядь. Я пошёл нахуй отсюда. Ты понял, блядь? А потом окажется, он их батя вообще. Ну, поехали. Блядь! Ёбнутая! Сука! Сука, что тупая, это за игра? Блядь, ты дура. На мобилку. Тупая, ты дура, ты тупая. Детей-то воспитывать научитесь в конце-то концов, что они, блядь, к врачу лезу. Я врач или кто? Иди, твои вас что, блядь, Идите нахуй. Иди отсюда нахуй. Что ты хотел сказать? Перепеленали. Можете оставить жалобу в моем ящике для жалоб и предложений. А, это твой ящик для жалоб предложений. Умно, хитро, смешно. Ага. Если что-то понадобится, это твои проблемы. А я заметил просто какую-то шнягу с эмблемой Человека-паука. Это просто паук. Это эмблема Человека-паука, ничего не знаю. Это белый паук на красном фоне. Все, видишь? Охуенный мужик, блядь. Да, ага. Остальным все равно. Ну, зато правду сказал. Наверное, он психотерапевт. Чё? Тук-тук. Ебать. Интересно, розовые трусы были его? По-любому его. Какого, блядь? Ну, да без проблем доставлю. Зачем ты зависаешь, сука? Артур, короче, настолько это, что от него аж игра зависла, блядь. Гнойные раны. Так, коробка-коробушка. Ебало-ебалушка, спокойно. Подожди-ка, стой, а как ты прыгаешь? Ой, ну пал. Это мне нужно было самому-то подъехать. А есть R, Restart, Enter, Escape. Ничего. Отлично, окей. Я наигрался. Хорошая игра. О, мой. Ебас кремак. Это та самая игра. Да. Матуля, блядь. Все хорошо. Ничего удивительного. Я, блядь, боюсь представить, где мы найдем отца сегодня. Батя где-нибудь тут. Батя вот тут в колодце. Что с ними не так? Это загадки для пароля. Какие-то цифры должны быть здесь. Единичка, допустим. Угадал. Я дурачка что-то прям натыкал. То, что я, наверное, не натыкал бы никогда в жизни. Сейчас высосит ему мозг. Как? В смысле, что я так угадал-то? Ах, мне не удержаться. Ноги сами пускаются в пляс. Ай, в рот ебать, закатывай шумиху! Так, это пешка ходьбом. Что, блядь? Как челодой малолетний. Пешка ходьбом. Челодой малолетний, пешка ходьбом. Дайте, как дайте, да, эту булку хуеба. Или что-нибудь такое. Сдачу дадите? Даду. И в голове такой, что, блядь? Я дурак, что ли? Что даду? Про булку хлеба ты хулку блеба? Да, или хулку блеба. Ты смотри, это похоже, блядь, вот это вот лицо, башка, голова, да. Вот это нос, рот, глаза, бакенбарды, уши. Бакенбарды, да, ухи. А так-то это питуч. Убери что-то. Убери что-то. Закладка в питуче? Засунь руку индейки в жопу и достань оттуда пакет с наркотиками. Что это? Индейка-наркобарон? Или скорее, курьер.
Бляха, ты че? Senadyan mekaten ayu tetep setya dumateng Gusti. Malah ngendika wudha anggonku metu saka ing garbane embokku. Iya wudha anggonku bali mrono pangeran ya wah kang paring. Бля, вдруг он там дьявола вызывает, а мы это слушаем. Нихуя себе. Команда 27-й вообще-то ранг, ты че? Ну, крутые. А, да. Сзади, сзади. Из 28-й, 27-й ранг. Да, круто. Куда, сейчас мы за машины сгоняем, и вы приедем за ним. За другой. А, я помню это. Это же с благотворительного стрима. А мы с вами собрали пока что только 203. И этого я хочу заметить мало. Я недоволен. Морган, ты доволен? Вот Артём, скажи мне, ты доволен тем, что мы собрали всего лишь 204 тысячи? Ну, учитывая, что за час, да. Сейчас ты вообще не в тему. Давай заново. Давай я сейчас остановлю трансляцию. Давай заново. Артём, ты доволен ситуацией? Не, вообще, это мало. Ты что, ты как будто вот у нас подыгрываешь с тобой? Как-то очень мало. Ты должен был спросить, какой ситуации ты живёшь. Я помню это. Все не так, все неправильно. Артём, ты доволен текущей ситуацией? А в какой? Когда и птись на новом месте. В то, что мы собрали всего лишь 205 тысяч рублей. Не, вообще, что-то очень мало. Давайте вот побольше. Артём недоволен, Дангар недоволен, никто недоволен. Ну что за дела? Я сейчас говорю, как слышно, привет. О, это тоже благотворительного стрима, да? 6.15. На котором, который мы смотрели, когда нам жаловались, что «А, вы не слушаете их шутки, вы смотрите на игру, а, да там столько шуток было». Но не было нам смешно. Вот, но не было нам смешно. Мы все прекрасно слышали. Что-то смешно, что-то не смешно. Из чего-то нам было не смешно просто. И все. Жизнь боль. Мир тлен. Смиритесь. Шутки говно, да? Ну, блин, шутки на у всех на этот, как там... У всех свое чувство юмора. Да, у всех свое чувство юмора. Кому-то это было смешно, кому-то нет. 12. Вот теперь слышно. Вопрос был сейчас вот ко всем. Типа, как вы познакомились? Как мы познакомились-то? Кто мы? Дмитрий Джессов, я приглашаю вас в игру. Мы просто знакомы. Мы вообще, мы как родились, так сразу познакомились. Дмитрий, мы уже знакомы. Да, действительно. Мы в соседних мамках были. Такие просто это такое. Вылазит из мамки и такой сразу руку. О, здоров. По соседству, да. Как тебя зовут? Еще не придумали. Спросили, друг друга играем. Если тебя позовут на вечерний Ургант. Куда? Ургант. Теперь запрыгивай в мясорубку. Прыгай туда. О, больно не будет, а? Не-не-не, прыгай. Так надо. Ты нам выстрелишь куда. Спасибо. О, нормас. Вакуум, да нет. Куда столько кубиков? Ты что делаешь-то? Охренеть! Должен был всего один кубик получиться. Башня? Да. Ребята. Блядь, что творишь-то? Такой, больно не будет. Да, больно не будет. Всего-то ты всю жизнь там будешь крутиться, если я буду делать мясные кубики. Как из Патрика. Котлеты для бургеров. Я всегда говорил, что наркотики это просто очень плохо, особенно если ты производишь игры. Все, завали, давай увидим Бубу Леди. Ситуация. Представь. Present your situation. Ты спишь and call the telephone. You put the трубка ухо and you listen. Настоящий рок. Я был с ними в туре, зубов бояться в рот не давать. Что, блядь? Довольно жутко.
Спасибо тебе. Спасибо тебе, GameForce, GeForce, GameReady, Driver. Я тебя не звал. Идите нахуй! Ой, как много всего. Ну хорошо, давайте просто сделаем поединок, посмотрим, что из этого выйдет, потому что, скорее всего, мне сейчас по пачке настучат. Хотя по пачке настучат, я говорю. А с другой стороны, говорю, ха-ха, и то там никакой. А ты помнишь, как мы с тобой по утрам драчули делали? По утрам драчули делали. Дима, это не те драчули. Они никак не связаны с Текеном. А там никакой, а ты помнишь, как мы с тобой по утрам драчули делали? Ну, не в смысле, а ты понимаешь, о чем я. А, сука. Вот это тоже было, я еще никогда не понимал, о чем я. А, сука. А, сука. Я ей играла. Вот это тоже было, я еще никогда не понимал, как эта хуйня читается. Ксяо-ю-ю. Ксяо-ю. Ой, это ксимоно-хуйня, это, блядь, непонятно, что это за дела. Ты на кого лезешь-то, алё, на кого ты лезешь-то? Я, блядь, играл в Tekken, когда ты еще даже не родилась. Ксимамуна-нана, блядь. Опять ты, сука. Вау, мадама, че это вы тут мне подкатили? Мне не надо, я вам сейчас поебал надаю. Поехали, смотри, прям у него все тут. Поехали, давай уже быстрее. Какой довольный. Ой-ой-ой-ой-ой. Домой, нахуй. Домой, до свидания, езжай, все. Ёпте мать, джиу-джитсу, карбонара, все дела там. Капоэйра. Причем здесь карбонара. Такой просто такой, оп, и такой, оба, а будешь карбонару? Капибара, блядь, все эти стили охуенные, капуэра, пуэра, блядь. Давай, на! Ой, тихо, бля, он за яйцами, вот оно. Убей его! Лошара, блядь! А я не понял, в чем прикол-то? Что это было сейчас? Точно, надо продолжить. Я только стрим провел один. Ну и хуй с ним. Пропадает, сука, я не то нажал. Хорош, ты о чем, игра? Какие в пизду Гваделупы. Все, сейчас я прыгаю вверх и запрыгиваю туда. Ай, блядь, да почему? А ее можно пройти за одну серию, нет? Никто не в курсе, ребят. Дай! Тихо! Кто настолько великий программист? Почему он до сих пор мир, блядь, не захватил с этой ёбаной игрой? Я в пизду, все нахуй. Я помню, мы смотрели какой-то видос, где он проходил. Ёбаная Боши. Это как так-то? Так, все, давайте, тихо. Вот это называется «надо подумать» просто иногда. И тогда все станет заебись. Это вот, действительно, это вот... Ой, блин! Что ж ты будешь делать? Спокойно. Еее, фак е, а это что за хуйня? Шось. Ну, сохранился я, что дальше? World 3. World 4. Блять. Нет, я не согласен, нет! Вы чё, нет! Пустите назад! Нет, пожалуйста. Вот так-то нахуй. Это называется «Привет, портал». Я, блядь, сделал это! Ты сейчас угораешь, да? Угораешь, ебучая игра. Она угорает надо мной. Чё? Здесь же, блядь, было сохранение! Сохранение, сука, тут было! Какого хуя? Я не нажал просто вот так, вот! Вот, блядь, вот так вот, вот зашел в первый мир, сука! И нажал вот так вот. Вот какого хуя нельзя было вот так вот сделать? Как? Почему, блядь?
это пиздец. Другим словом, это назвать нельзя. Ребятушки, это пиздец. Пиздец обычно означает то, что в данной конкретной сложившейся ситуации ничего уже поделать нельзя. А тот момент, когда можно было что-то поделать, давно проебан. Именно так в современном мире, полном страсти, унижения, боли и гнева, расшифровывается слово «пиздец». Цитаты мудрых. Твою мать. Арю. У тебя чайник скипел. Все, короче, пацанчики, ребятушки, я приблат... Я пиздобол. Да блядь! Я сто раз туда, блядь, заходил, сто раз получалось. А сейчас нихуя не получается. Конечно, потому что, знаете, почему? Ханухен, потому что, вот почему, блядь, на. Он сначала в центре вылетает, потом делает такую... Ты вообще наебнулся, что ли, на голову, чувак? А че? Пукин, Пукин, чувак. Она говорит Пукин, 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 Пукин. Она слоя не понимает их химии. Там, блядь, эти электрончики, хуёнчики, протончики куда-то что-то соединяются, куда-то уходят эти циферки, какие-то соединения, щелочки. Я вообще в этом мало чего понимаю. Деформация мышц. Дистрофия мышц, это логично, потому что они как бы там все в невесомости, и мышцы не напрягают. Вот знаешь, у меня тоже дистрофия мышц, блядь. Я сижу целыми днями, нихуя не делаю, у меня мышц нет. У меня одна мышца на жопе, блядь, чтобы меня пружинило от кресла. Все, у меня тоже дистрофия мышц. Я, блядь, космонавт. Мы с тобой тоже космонавт. Сиди, нихуя не делаем целыми днями. Клетки тела человека сходны с клетками... Грибов. Блядь, по-моему, грибов. Но это как бы логично. Грибов. Раз, два, три. Окей, okay, let's fucking go. Let's fucking go. Чё? Listen to me the back. Listen to me the back. Окей, okay? Okay, you know it. Окей, okay, you know it. А нахуя нам тогда на русский-то переводить, если... Нахуя это переводить, если серию на английском объяснить? Читай так же с таким акцентом. The five stage. Тагис. Пять уровней. Ты попросил, чтобы это был, блядь, ломаный английский. Вот тебе ломаный, нахуй, блядь. Пшифивис Тагис, блядь. Тагис. Может, мы не будем просто записывать? Давай же это... Я, блядь, у меня уже слезы текут, нахуй, я не могу. Это же катедраль вспоминается. Катедраль? Ага. Кафедрал. Я понял. Собор. На мне вспоминается патионка. Которая поушен. И этот байсикл. Как он там? Бикукле. Бикукле, да, вот. Бикукле. Сука. Там вон всякие. Энебли, Эни, Гибимодис, Геморроидис. Слышь, The Back, подожди, смотри, я дальше читаю, слышь меня, давай. Вот, слушай меня. Listen to me back. Okay. Listen to me back. Окей, okay, смотри, окей. Okay. The Fever, Stagis, I... Давай, про один, блядь. Типа, написано, я нихуя не доступна, никакого резима, блядь. До нот, енабле. 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 Ну да, енабле, енабле. Или енабле. Енабле. Капец их орвет. Ани Гамимонис. Ебать их рвет. Енабле. Они не могут успокоиться, их порвало просто. Музыка хороша. Ну, усё. О, ну, было забавно. Хоть и попадались моменты, которые мы уже видели, но было прикольно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе было интересно.
комментируй, ставь лайк, залетай на стрим и смотри другие видео. До скорой встречи. Пока.